смотрится. Ладно, погнали. Финальный бой. Аид, вперед. Прибытие этой сущности было вполне ожидаемо. Сущность не помешает передаче сигнала. Напротив, мои расчеты были верны. И присутствие этой сущности было просчитано. Да, в этой броне она смотрится просто обалденно. Так. Большая машинка. Так, ладно. Давайте ему выбивать вот эти вот пушки, которые у него там наверху стоят, да? Ну, вроде как так, попробуем сейчас. Спальку. Огнем лупасим. Ух. А это что-то было серьезно сейчас. А, я тройной сейчас дал залп, да? Я почти выбил ему один ствол уже. Или нет? Не понимаю. Ну не попал, что? Сейчас буду двигаться. Надо уходить уже отсюда. Я так и знал, что сейчас. Как всегда, стою до последнего. Надо двигаться, а я туплю. Пятьсот урон. Но я думаю, это ненормально, да? Не дайте нас окружить. А, там животины сейчас будут еще приходить, да? Хорошо, не понял. Так. Что это такое? Лазер смерти какой-то. Офигеть. Что происходит? Жесть, тут битва, конечно. Серьезная. Кто там орет, я не пойму. Кричит там все. Я не понимаю, кто. Или это Элой меня тут так вещала. Ладно, продолжаем драться. Бою, богини, все они сражены. Мне надо вот этих стрел наделать. Бронебойных. Эх, я обожаю эти стрелы. Даже не хочу стрелять никакими разрывными. О, это. А вот он хочет. Тройной выстрел, это, конечно, огонь вообще. Правильно, ребята мне говорили, что нужно было качать сразу изначально тройной выстрел. Я, как всегда, не посмотрел то, что надо вначале было сделать. Двойной пуляю. Ну ладно, тут нормально все. Надо свестись. Главное свестись. Никогда не видел столько машин. Атакуйте новые машины! Так, что я? Надо стрелять же. Осталось немножко. Три стрелы. Ну, давай. Заряжай. Так, по мне пошла атака. Я кого-то раздражаю, видать, сильно. Своими выстрелами уже. Сбивание пошло. Есть. Возьмем пока обычные стрелы. Давайте. Обычными попробуем. Доковырять его. Нет, так плохо. Надо все-таки выцеливать. Приоритетная сущность. Это тоже за мной. Это что такое тут? Происходит, объясните мне. А, вон тут что-то валяется. А я думаю, почему я так не могу пройти? Надо стрелы сделать. Осталось немножко. Продержаться-то ерунда осталось.
Вот зараза. Умри. Путь свободен. Ты сложный, мертв. Берись за хозяина. За какого хозяина еще то? Там еще кто-то, что ли? Да, вот это да. Что сейчас было? Вы поняли? Этого сейчас мы выжгем, он тут мешается, в принципе, просто. Он вообще не понимает, где он. Сейчас там рванет что-нибудь. А, тут еще вон кто остался. Блин, недобиток. Ладно. Че, как его валить-то? Надо. Тоже может его зажечь, я уже не помню, какой, ну, какая слабость у этих машин. Да все они горят хорошо, в принципе, почему бы нет. Так, хорошо, поехали. Сейчас мы его тоже добьем. Умри. Мы хорош. Истребители машин! О, вот это было здорово. Привет, Музав. Так, а где хозяин-то? А вон там тот гребаный глаз. Сейчас мы его убьем. Угроза системе! Я не просто угроза. А, вот.